идет звезда. Я же там вроде записывала видео начало, или что, забыла. Всем привет, девчонки. Варвара деловая такая идет, мусор понесла. Катя вот рядом. Камера не закапанная? Не знаю, дождь идет у нас. Третий день уже дождь идет. Всю неделю будет. Ладно, мы пошли. Ладно, идите. Деловая такая. Ой-ой-ой, мусор понесла. А, наверное, пакет большой, Катя. Прям дождь льет, мелкий такой, моросит. Не моросит, прям дождь идет. Все грядки мне зальет. Соседи так красиво на участке. Молодец мужик. Да там и дети взрослые помогают. А у нас некому помочь. Катя уехала в город по делам. А я вышла в огород. Дождь только прошел. Грядки мокрючие стоят. Хожу по чуть-чуть. Травку щиплю. Почему я... Старое, хочу сказать, почему я старое видео выставила. А потому что я ничего не снимала. Ну и зашла в дзен, на дзен. И вот это видео мне попалось. И мне так оно нравится. Это Варвара смешная такая. И поэтому я думаю, чтобы не тормозить канал, решила выставить это видео. Вышла на улицу, она сейчас там орёт, как потерпевшая. Кричит, ой, кричит. Все, пошла. Не дает никому выйти. Поэтому я и выпустила это видео. Думаю, вы тоже его не видели. Те, кто его смотрел, они уже давно отсеялись. А новые подписчики еще его не видели. Поэтому я выставила. Ну и заодно показала, какой был у нас огород в прошлом году. Стоит баня, делать ее походу никто не будет. Не знаю, придет на выходные или нет. Посмотрим, что будет. Вот она, вышла за весь день. Иди уже, плакса. Баба еще не спала сегодня. Эти доски, видать, догниют, совсем тут будут лежать. Так что, девочки, я думаю, что больше этого не повторится, то есть старых видео не будет. Ну, это для того, чтобы все-таки не тормозить канал. Дождь уже третий день, что ли, льет. Ладно, пошла я домой. Думала, что не... Катя приехала с города, как всегда, с покупками. Но тебе 2000 не хватило. Не хватило. Ты еще 1000 сняла. Ты уже увидела? Да, я успела увидеть. Она ездила там за справкой заодно. И заказала. Ты где эти заказывала салфетки? Валберис. На Валберис заказала салфетки для рук и лица. Ну, потому что в деревне это необходимо. Не будешь же целый день найти, намывать ее в тазике. И вот эти вот. Да подожди, Катя, еще эти не показала. Три упаковки для рук и лица. Ну, это для рук и лица. И вот такие. Это, ну, чтобы просто обтереть полностью. Они большие реально. Такой маникюр у меня после огорода. Они вот. Тяжелые. Две упаковки тоже. Тяжелые, говорит, по килограмму. Два килограмма упаковка. Но они большие. Сразу говорю, нету вот этих вот в наличии, если будет спрашивать. Что показывает у меня маникюр? А, вот еще. Вот как не ругаться, да, бы говорить, я ворчу, ворчу, бабка старая и всякое разное на меня. Вот она купила вот эту щетку за 1500. Ну, она в магазине 4 стоит. Я говорю, ну для чего? Я сеньки и все. Ну, сень у нас, потому что на пару с Варварой начищает зубы каждый вечер. Это сегодня и ночью натирала зубы свои. Но это перейдет утром. Бабке, а сенька себе другую увидел. Там с чехлом, говорит, поедет, типа, что он. Она испугается такой щетки. А что она испугается? Трындычалки. А это что? А это что такое? Она не так сильно и трындычит. Это подставка под нее. А что она так отдельно была, что ли? Подставка под щетку.
Все, на что почистить. Сыра. Кусочек опять такого же по 300. Даже не наценился, что ли? По 378. Два лаваша на бутерброде. 230. Майонез 230. Мы на акции по 130 последний раз покупали. На 100 рублей подорожал. Ёперный театр. Это вот Витя любимая. Сенька постоянно крутит. Ну, Сенька уже ест такие, сидит. Матрешки. Барбаре бананчики. Я не знаю, у нас больше никто почему-то не ест. Ну, когда я в Акате, когда я доедаю. Колбаска. Колбаска почем? 170. 170. Акций, говорит, нет. Там были, их разобрали. Огурчиков. Огурцы какие были? А почем сахар? Они? А я откуда знаю? Ну, не важно, ладно. А сахар подорожал? Так 59. Так же остался. И пофигу, что там в правительстве говорят, урегулировать цены, не поднимать, а толку-то вот, пожалуйста, как наценили, так и остался. Кате понравились такие макароны. Ага, давай покажу. Смотри. И вот таких Варваре два чупа-чупса. На. Это щетка зубная. На, Варвара. Варя, на. Да какой она тут щетку зубную увидела? Ага. Яблочек. А помидоры почему? Больших не было? Не было. Помидорчиков. Все что ли? Все что ли? Что три пакета. Ну, третий я лаваши покупала в наш заходила. Думаю, надо что-то уже им сейчас поить. Они же не я. Вообще не суп только поел. Вот сюда, видишь, кнопочка? Такие покупочки были. Хочешь? А? Ты не хочешь. Ну, ездила она, конечно, за этим. Справку взяла? Да. Столько времени ездила. Не, Валька, передумала хочу. Ему отдавать. Ну, это ты ей открой. Чисти. И зубы чисти. К зубам. Вот сюда пальчик положи, так чекотит. Не бойся, чекотит. Она не больно делает. Зубы чисти. Это зубки чисти. Чисти зубки. Запихай в рот. Она еще боится ее. И так. Рот шире открывай. Дай ей, пусть она сама попробует. Сеньке уж тогда, ну, когда пацанячу закажу. Вот так надо рот открывать. Так вот. Сладо, моя девочка. Ну все, выключай, а то батарейка сядет и не будет работать. Это не игрушка. Она слишком туго это нажимает. Это второй режим. Это выключение. Это мягкий режим. Ну, ты игрушечку опять купила. Не знает уже, что купить. Она легко нажимается. Ну, для нее, пальчиков маленьких. Дебилка ее сегодня назвали. Или дети веселились в огороде. Обливашки устраивали. Это деревня, блин. Все дети ее дебильными весели. Назвали. На. Скажи, мне там 2 годика было всего. Скажи, совсем еще маленькая. И без пасты можно чистить. Щетку мы помыли, девчонки, так что, а то, знаю, уже скажут, грязной щеткой возюкают. Ну, тебе я красную закажу. Вот так вот, не боится. Всё, Даня камеру увидел и обратно на улицу. А что ты в этой футболке не ходишь? Ой, бегом, аж выпрыгнул из дома. Там батарейка, но... наверное, садится, там всё. Есть заряд для... Открываем пачку. Катя хочет посмотреть, что там за салфетки такие огромные. Нихера там салфетки. Да прям не такая уж она и большая. Она большая, но открой ту пачку, там вообще маленькая. Я с таким маникюром даже. Вот, на, ее обтирай. Надо эти надрезы сделать, как в ТикТоке показывали. Пахнут чем-нибудь? Не, они без запаха. Как полотенце.
одноразовые. Или вот это вот пачка. Почем они, ты говоришь, вот эти? Я их успела на акции купить за 250 рублей, а так они 500 рублей. 250 рублей, две пачки. Да? Две, вот одна вот такая упаковка. Вот две пачки, 250 рублей. А так они... А маленькие почем? 180, у них срок годности уходит. Три пачки. Три пачки. Что, срок годности у них там, обалдеть. Да. На, вот эти обтираю. От этих. Ну, это просто. Ксения уши вытереть, то, что он любит. По сравнению с этой. И ну, вот все это равно, вот. Ворвали. А это я взяла, чтобы полностью ее вытирать. Задницу подтирать, да? Попку подтирать. Полностью ее вытирать, потому вместо что туалетной ее не намоешься бумаги. За весь день. Ну, ладно, все. Катя начистила. Будем чебуреки стряпать. Я уже тесто на чебуреки забила. Что-то какое-то жидкое. Ну, может, рваться не будет. Ну, не стала больше муки подвешивать. Воды много налила. И тесто на хлеб завела. Ночью уже на дворе. А я только собралась готовить. И достала говядину. Последнее мясо. Больше нету. И фарш размораживается у меня. Ой, муки насыпала. Так что у нас сегодня будут чебуреки и что-нибудь с говядиной, не знаю. Посмотрим, что будет. Мы чебуреками занимаемся. Через час буду делать, стряпать хлеб. Варвара вон налепила. В этот раз жидкое тесто сделала, воды перевела на три кружки. Но было кружку воды, а я две, полторы кипятка зафигачила. Как две не налила. И тесто другое совсем получилось. Ну, что ты уже вот нет? Чебуречки мне. Зачем ты над куклой издеваешься? Ням-ням-ням-ням-ням. Даня пришел себе, Несквик открыл. Ему уже сколько лет-то, он уже просрочился, наверное. Какие сколько лет? Я, блин, покупала пару месяцев назад. Сахару наконец-то купили, это без сахара были. Вот сейчас кто будет вот эту чистить? А? Скалку. Баба Шлепа. Ну. Звездочка. Звезда моя. В этот раз не такие какие-то, не пузырчатые, потому что тесто такое. Но все равно есть пузыри. Как, короче, как пирожки. Нормально съестся. А то я всегда делаю тоненько, там миллиметр. А получается, как котлету одну ешь, один фарш. И а здесь у меня выпила? Говядина варится. Нормальные пироги. Подлив хочу сделать. Ну, а гарнир завтра, наверное, Катя, этот, как его, пюре картофельное. С чего? А где? А что-то нету картошки. Все. Все? Все. Ну, значит, спагетти наломаешь. Можно, а? Пять, Катя. Ну, утром же. Я же, как всегда, пять ночи спать не буду. Наломать могу сегодня, ладно уже. Хочу подлива. Давно не ели. Последнее мясо, все. Больше мяса тю-тю. Да, купи чуть-чуть. Чуть-чуть, это же надо ехать. А если мы поедем, это опять наберем на несколько тысяч. А что ехать, у нас и тут продаются три говядину. Пачки. Зачем говядину? А зачем говядину? Вот я продолжу. У нас и тут продаются три пачки мяса. Надо туда сходить. Здесь у них большими кусками они не рубят. Туда сходить и посмотреть, какое мясо там продается. Я хочу бараньих ребрышек в этом, в банках, то, что он в духовке. Звезда моя, а? На улице темнота, ты спать собираешься? Да, скажи. Да ладно уже, иди, тебя все видели. Все прячется по углам. Мать троих детей, а видим только, видят только одного, одну. Задали же вопрос. Не пойму, мать... многодетная мать, а где дети-то? Ну, это давно уже было.
Ну не пожарился еще. Тесто-то толстое. Ладно, пошла я дальше катать. Дальше катать, а то Катя же жарит. Катя у нас, я всегда делаю, Катя жарит. Что-то там один, наверное, который я проткнула, шипит. Ну, что, нормальный. Не такое уж и толстое. Не такое уж и толстое тесто. Тут 2 миллиметра, 3. 2,5. Нормальные чебуреки. И вот это вот съедобное. Нормально. Где что горело? Нет, по-моему, фейерверк это было. У нас, короче, чебуреки жарят, весь свет выключили. А что за фейерверк? Сегодня пятница. И что пятница? Так что жарят в темноте, Катя. Но все равно, видать. Задолбали девчонки эти, как чебуреки, постоянно лопаются. Что им надо? А мне надо хлеб ставить, а у нас свет выключен. Нормально. Свет выключен. Два раза или три раза стрельнула вот этот вот треск, и как будто фейерверк вот так вот. Надо свечки покупать. А чем тебе не свечка? Так она сейчас сядет и все. Пока пашет. Катя говорит, что-то стреляла там, стреляла. Я говорю, как ты там еще с таким треском, с чебуреками еще что-то там услышала? Я туда подошла, прям сильно было слышно. Один чебурек девчонки не дожарили. 18 штук, короче, чебуреков. Свети туда. Туда, не надо тебе себя освещать. 17 чебуреков, даже лампа это не помогает. И вот тесто хлебное стоит. Убери мордаху оттуда свою. Ты такой сладкий, ребенка. О, свет включили, слава богу. Надо лепеху дожарить. Ура! Это хорошо, компьютер был выключен. Компьютер-то не подключен. Так а все, я все подключила. Подключила? Да. А то бы опять сгорел. Это у нас компьютер сгорел один. И монитор. Жалко, монитор вообще новый. Но мне кажется, что-то там произошло. Все, сейчас буду хлеб делать. Какой? Ну, потому что... Представляешь, сколько время стреляли? Нет, вкуснятина. Я чебуреки... Они хоть и на вид невзрачные... Чашки, вот я Катя не могла побольше взять. Уважаю. Это все в масле. А? Все в масле. Ну подожди, Сень, еще только запустилась. Вот. Чебуреки хоть и не зрачные, но они зато вот это вот, вот это все жуется, все мяконькое. Очень. Что ты делаешь? Вот ты сейчас что делаешь? Плита же включена, да? На, найди кнопку выключения. Вижу, где кнопка, где она. А я буду хлеб стряп. Слава богу, включили все. Нет, подключился. Катя тумбочку составила молоко, а чашки теперь поставить некуда. Главное, что молоко стоит а в шкафчике. Тут стоят? Ну, а зато посуду некуда ставить. Ну все. Лепешку решила, думаю, пока масло остывает, лепешку пожарить. Она вон какая получилась. Нефиг было. Да я ее съем с чаем. У меня тут мясо стоит, я только лук скинула, и свет выключили. Все в жару, все в жару. Ладно, буду хлебом заниматься, пока свет не отключили. Это уже раз в десятый, наверное, за сегодня начищает зубы. Все чистит, чистит их. Ну дай ей, пусть сама учится. Да. Как любит чистить зубы. Я вообще, я думаю, знаешь... У меня такое ощущение, что она не зубы чистит, а ест пасту просто. Что-то она... Батарейка. Короче, бракованная. Почему она бракованная? Мама, она за два дня... Футболку ее... переодевай, а то грязная вся футболка, не грязная, а мокрая. Все, село. Его заряжать надо. Ты, блин, за два дня ее счистила. Пошла на зарядку ставить. А помыть ее? Пошли помоем. Засохли. Что-то он это... Плохо надувается. Лепешку сожгли. Нормально, хрустящая. А Боба все работает, Вась. Ой, мне еще что подливу делать? Кать. Его на зарядку надо ставить. Нет. Катя сегодня с утра борщ варила.
такими косточками вкусными, жирненькими. Что тут плавает? Вкусненький такой. А я все продолжаю готовить. Вермишель. Эти спагетти наломала вместо вермишели. Слава богу, свет дали, хлеб уже печется у меня. У меня тут лук жарится на сливочном масле. Но он не жарится, а будет это томиться до мягкости. Пока вермишелька сварится, он уже закипает и лук пожарится. А здесь подливка, там уже коричневая. Сейчас муки добавлю и воды. А тут хлебушек стоит. Ох, хлебушек. Мои уже все спят. Катя, ты спишь? Катя еще не спит. Вермишелька еще горячая. С маслом и луком жареным. Чебуреки. Хлеб только достала. Смазывала его водичкой. Подлива получилась вот такая, потому что томата не было. Кетчуп добавила, сильно светло получилось. И вот себе порцию наложила. Уже ночь на дворе, я есть хочу. Катя говорит, да я завтра вермишель приготовлю. Я говорю, я хочу сегодня есть, а не завтра. Так что наготовила. Там еще борщ есть, чебуреки, вермишель с подливом. А сосиски покупала? Нету их? Сенька голодный будет завтра. На этом, девчонки, буду. Всем приятного аппетита, кто в это время есть. На этом буду заканчивать свое видео. Встретимся в следующем. Всем пока-пока.